Роза, фиалка и даже целый букет. И все это цветы из мыла. На мастер-классе в Химках рассказали, как сделать его своими руками. Провела встречу мастер декоративно-прикладного искусства. Шарипат Есинова – самоучка. Заинтересовалась изготовлением мыла благодаря соцсетям и начала пробовать дома. Сегодня Шарипат уже настоящий профессионал. Вопроса, что подарить близким к празднику, у нее не возникает. Мастер рассказал участникам, как подготовить мыльную массу, какие эфирные масла и красящие средства использовать, и как создать любую форму смеси. В такие формочки мы готовую жидкость мыльную, ароматизированную и накрашенную, выливаем. Вот такие вот. Они разные размеры и... Внутри формы. Розы, нарциссы. После того, как мыло застынет, останется только выбрать упаковку, и необычный подарок готов. Мастер-классы в Химках уже стали доброй традицией. Посетить их может любой желающий. Информацию о встречах по интересам, времени их проведения можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», а также в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» или на специальном сайте.